Ванесса, диджей Мьюзик. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня будет долгожданное видео, потому что я заказала на сайте Darknet диджей Мьюзик из FNAF 9 Security Breach. Правильно, как-то вот так вот выговаривается. А если что-то неправильно, поправьте меня обязательно в комментариях, не забывайте их писать, потому что самые лучшие комментарии попадают в конец моего видео. Друзья, давайте же скорее посмотрим, пришел ли диджей Мьюзик к нам на скрытые камеры. У меня поставлено, по-моему, сейчас около 15 скрытых камер вокруг дома и внутри моей квартиры, ребята. Будет жутко интересно, я думаю, посмотреть, как выглядит этот паук. Это паук диджей Мьюзик. Он то ли добрый, то ли злой, кстати говоря. Я не играла в FNAF 9. Кто, кстати, играл в FNAF 9, обязательно напишите ниже в комментариях, и кто из персонажей вам нравится больше, и, кстати говоря, кого еще заказать на сайте Darknet. Я буду надеяться, что этот паук диджей Мьюзик будет добрым, но все может пойти не так. Поэтому давайте включать наши скрытые камеры, которые установлены в 3 часа ночи, и посмотрим, что происходит сейчас в реальном времени, после того, как я заказала на сайте Darknet диджей Мьюзик Security Breach. И как там? Нарушение безопасности. Точно. Погнали! Пока у меня загружаются скрытые камеры. Вау, что это, ребята, просто погляньте. Сразу же на первой камере, на улице, на перекрестке у меня стоит этот паук диджей Мьюзик, в его руках какие-то, я не знаю, блин, вот эти вот чем, ну музыку чем он делает, я даже не знаю, как они называются, ну типа тарелки. Офигеть, ребята, на второй камере он танцует брейк, это реально брейк. Жесть, ребята, просто жесть, он просто везде. На третьей камере, правда, его нет. Четвертая камера, смотрим, тоже пустая улица. Ребята, так было. Офигеть, он в подъезде танцует брейк-данс. Это реально он. Просто гляньте, он реально был в моем подъезде. Это просто жесть, ребят. Что это? Он идет уже по коридору. А что с камерами? Почему он какой-то металлический, ребята? Это просто жесткач. Вы видели на седьмой камере? Он был каким-то металлическим. О май гад, ребята, на девятой камере он что-то машет какими-то своими палками. О нет, мне со страху я переключаюсь. Так, у нас десятая камера, и это уже пошли камеры с моей квартиры. Одиннадцатая камера, коридор. Двенадцатая камера, холодильник. Кстати, в своем телеграме я обозначила то, что у меня камера... О, в туалете! Блин, реально! Диджей Мьюзик этот, блин, в туалете, паук! У меня в туалете, ребята, это просто жестяк. Он прямо за дверью. Я в шоке, ребята. Так, это детская комната на камере 15. Жесть! Он уже у меня дома. Как он так быстро перемещается, ребята, это просто какая-то жесть. 16-17 камера, это тоже коридор и зал, просто офигеть. Так, ребята, мы возвращаемся снова к первой камере, и он стоит там на месте, он никуда не делся. Также на второй камере, ребята, он крутится. Блин, мне кажется, что их просто несколько. Несколько этих диджей Мьюзик из FNAF 9 Security Breach, ребята. И они просто находятся специально, как будто они под камерами там что-то делают, блин, крутятся. На третьей камере его нет. То есть он как будто выбрал какие-то места, которые ему понравились. И он там танцует и играет музыку на своих этих барабанах. Постоянно не сходят вместе. Мы уже насчитали двух этих персонажей, которые находятся рядом с моим домом. А также сейчас на какой-то камере должен быть тот же... Нет, он пропал, ребята, смотрите. Почему-то камера показывает серым, а не цветным. Хотя, может быть, он ее как-то сломал. И на этой седьмой камере не было паука. Восьмая и девятая камеры пустые. Его нет, куда он делся? Вдруг он в моей квартире. Так, мы переходим уже на камеру 10. Это моя кухня, ребята. Никого нет. На 10-й камере тоже нет. Я думаю, что, может быть, он так и остался сидеть в туалете, ребята. В холодильнике тоже пусто, только сосисоны и яйца, ребята. Так, он исчез из туалета. Блин, ребята, на камере 13 больше нет диджей FNAF 9. Офигеть, ребята, где он? Нам нужно найти его. 14 камера, 15 в детской его тоже нет. Куда он мог деться? Это просто какая-то нереальщина. На 16 камере его тоже нет, ребята. Давайте переключимся на 17 камеру. Пусто. Куда он делся? О май гад, куда делся? Офигеть.
Слушайте, этот как будто бы застыл, я не знаю, может быть, слушайте, может быть, это какая-то подложка, то, что на камере 9 он поставил свой образ или сломал камеру, она вообще не пишет, я не понимаю, ребята, вдруг это просто картинка для отвода глаз, и он реально где-то ползает, блин, мне уже стремновато, ребята, прикиньте, вот так вот выйти просто в свой коридор и увидеть там персонажа из сна в 9 нереально стрёмного и нереально прикольного. Это одновременно интересно и страшно, и захватывающе. Так что ставь лайк, подписывайся на мой канал, у нас уже скоро будет 1 000 000 подписчиков. Не забывай подписываться на мои соцсети. Телеграм и Рутюб, и Дзен. Короче, набирай Королева Мистики и подписывайся на все мои соцсети в ТикТок. Ирина Ясинская, Королева Мистики. Ребята, вы найдете меня на всех возможных существующих платформах. Я есть везде. Подписывайтесь, также подписывайтесь моих фанов. Ладно, давайте продолжим. Блин, на камере 2 он так и крутит брейк вниз головой, ребята. Он просто какой-то профессионал. Просто чумачечий брейкдансер, блин. Это круто. На 3-й и 4-й камеры, которые я установила на улице, к сожалению, я никого не вижу. Это плохо. На 5-й камере в подъезде тоже его нет, ребята. Сейчас должна быть 6-я, 7-я камера, которая черно-белая. Мы там тоже встречали паука диджей. Но его опять здесь нет. Он куда-то ушел, ребята. Тем временем время 3 часа ночи, 03:36, камеры показывают, что он куда-то делся, он пропал, я не знаю, куда он делся, камера день, может быть, все время, как бы, заказа Даркнета закончилось, и он ушел, но мне бы хотелось его еще реально заснять прямо на свою камеру, прямо чтобы не на скрытой камере, а прям реально увидеть его своими глазами, я думаю, что это крутая идея, ребята, и я надеюсь, что он еще никуда не делся. На 13-й камере нет паука, хотя он тут был. Вы видели прям первый раз, когда мы просматривали. На 14-й камере тоже нифига нет. На 15-й камере тоже нифига нет. Куда делся диджей Мьюзик? Куда делся этот маленький, хотя он не маленький, а весьма достаточно большой паучишка с такими огромными тарелками звенящими. Вот на 1-й камере, ребят, я опять вот возвращаюсь, он как стоял, так и стоит, он как будто бы застывший. И на 2-й камере, мне кажется, что это уже какой-то глюк. Поподробнее можно разглядеть, ребята, вдруг это что-то, можете отмотать назад и посмотреть. Я пока в быстрой программе проверяю все камеры, потому что мне кажется, что он офигеть, как быстро перемещается, что я даже где-то его пропускаю. Я не могу, к сожалению, вывести сразу все 15 камер на экран, к сожалению, не могу, не позволяет у меня пока аппаратура, дальше будет больше, может быть, если это видео соберет 5000 лайков, ребята, я думаю, это просто 5000 лайков, я попробую себе купить такую программу, установить, чтобы было сразу 15 камер, и чтобы можно было, раз увидела, где он, и нажала на камеру, и смотришь, пока ни на 11 камере, ни на 10 мы не наблюдали диджей Мьюзик из FNAF 9. Ребята, как вы думаете, напишите в комментариях вообще, какую роль он выполняет. Он развлекает посетителей этой пиццерии, или вообще он антагонист, или он за добрых, или за злых. Я, к сожалению, блин, не знаю, хотя надо было подготовиться и побольше прочитать про этого персонажа. Но то, что я знаю, что он музыкант, и он действительно жутко, стрёмно и ужасно выглядит. Особенно на вот этой 1-й камере, как будто, я не знаю, он какой-то замороженный, посмотрите, просто стоит здесь, он крутит свой брейкданс, такое ощущение, что, блин, реально это какие-то заводные, что ли, мне подставили под камеры, как-нибудь там взломали мой компьютер, мои скрытые камеры, потому что Darknet может сделать абсолютно все, что угодно, он может зайти куда угодно, взломать все, что угодно, это реально какие-то хакеры, они могут и подставить, может быть, на самом деле и нету никакого диджея Мьюзика у меня дома, его и не было, может быть, они просто запихали эту картинку в камере, но мы это проверим только тогда, когда мы все-таки поймаем этого паучишку из FNAF 9 у себя дома, и, ребята, просто заснимем его вот на эту камеру, с которой вы сейчас на меня смотрите, реально, в реальной жизни, в 3 часа ночи мы заснимем диджей Мьюзик из FNAF 9 Security Breach, ребята, я надеюсь, и тогда это будет прямым доказательством того, что реально он пришел, что это не взломка какая-то камер, и он реально здесь, вокруг моего дома бродит и находится в моей квартире, но пока я просматриваю свои скрытые
открытые камеры, к сожалению, дома нет этого диджея мьюзика ни на 15-й, ни на 16-й скрытых камер, их просто нет. Такое ощущение, что он реально ушел или исчез. Я, честно говоря, уже начинаю сомневаться, потому что он зависший на камере номер один, он танцует брейк на камере номер два. И, ребята, какой-то он странный, я не знаю, прям что-то не то. Прям как будто бы он какой-то как заведенный, что ли. Может быть, он какой-то, ну, какой-то он странный. Он обычно, он должен, наверное, там играть, а он что-то пляшет. Тогда он не диджей, блин, а танцор, в конце концов. Фиг его знает, ребята. Ну, мне нужно поймать этого паука из этой суперской, кстати, видеоигры. Кто прошел ее до конца, напишите в комментариях. И напишите обязательно персонажи, которые у вас самый любимый из FNAF. То есть там же их очень-очень много. Помимо того, что там Фредди, помимо того, что там какой-то кролик. Как их, кстати, всех зовут? Я просто забываю. Так много, такие странные имена назвали бы там Даша, Маша, Паша. Имена какие-то, короче, ну, что говорить, американцы что-то там напридумывали, у них свои имена. Да бог с ними. Вот, но мне нужно поймать этого диджея мьюзика у себя. Блин, офигеть. Слушайте, я слышала какой-то шум, но я боюсь выходить, потому что я лучше пока поищу по камерам на 15-й, нет. Блин, я слышала какой-то, знаете, металлический такой шум, как будто бы от железок, ну, типа механика, он же такой механический, на шурупах, на болтах, и звук такой, типа, ну, от робота. Но нет, у меня зависла просто камера номер один, камера номер два, на которой диджей Music и FNAF 9... крутится и танцует, блин, и просто в квартире его почему нет, почему он не заходит, потому что я заказала так, чтобы он все-таки зашел в мою квартиру. Мне хочется заснять его реально на свою камеру, я хочу вам доказать, что реально это возможно, реально возможно заказать персонажа с сайта Darknet 3 часа ночи и заснять его. Я не знаю, а это с одной стороны интересно, жутко, с другой стороны, это очень-очень опасно, потому что никто не знает, как поведет себя этот персонаж из FNAF Security Breach, пока я просматриваю свои скрытые камеры, которые находятся у меня дома. Ничего не видно. Тем временем уже время 03:41, уже время близится к концу, потому что этот 3 часа ночи челлендж длится с 3 часов ночи до 4, именно вот этот промежуток. Если я не найду паука у себя дома до этого времени, осталось 10 минут буквально, ребята, все пропало, просто мне кажется, тогда это просто какой-то фейк, и реально его не существует, этого диджея мьюзика FNAF 9, нет, он существует, конечно, в видеоигре, но в реальной жизни очень бы хотелось его увидеть в своей квартире, но нет, это как будто какая-то подстановочная картинка на камере номер один и на камере номер два, то есть мне кажется, что эти камеры просто-напросто сломали, и все, и, ну, как бы, потому что на других камер нет нигде. Однажды он был там, вот, на, где-то в туалете там был, но сейчас уже, ну, как бы, его там нет. То есть он был как будто у меня в квартире, то есть вы видели в туалете, там в начале видео, а потом просто, ну, нигде он вообще не появляется в моей квартире. Это просто какая-то жесть. И он был вот в подъезде, в коридоре был, вот на 7-й камере. Он был какой-то металлический, странный, кстати говоря, очень прикольный, жутковатый даже какой-то. И странно как-то сломанная почему-то камера, почему-то она, ну, стала черно-белой, и сам этот диджей мьюзик какой-то как бы серебристый такой, как будто прям такой гладкий был. Ну, в общем, если интересно, вы можете отмотать видео в начале, посмотреть, каким он там был. Но теперь его просто нет дома. Подождите, мне кажется, у меня какие-то там сосиски пропали или яйца, может, он что сожрал? Хотя я сомневаюсь, что... Ванесса! Ванесса стоит у меня в коридоре, ребята, и она что-то шепчет в детскую. Но детская пустая, ребята. Там была Ванесса, походу. Блин, она пришла за этим пауком, за этим диджеем мьюзик. Точно, Ванесса пришла найти его. Вы видели? Нереально это была Ванесса. Но что было с ее лицом, ребята? Пойдемте проверим. Мне кажется, что у меня здесь не только диджей мьюзик, но и Ванесса из FNAF Security Breach. Нарушение безопасности. Это просто же скай. Ванесса? Диджей Мьюзик у меня дома, ребята, поглядите. Они оба здесь, Ванесса и диджей Мьюзик. Офигеть, просто нереально, друзья. Я думаю, что пора заканчивать это видео.
Ребята, вы это видели? Там реально была Ванесса и диджей Snap Music. Security Breach — это просто жесткач. Они были вдвоем. У меня дома в реальной жизни снято на камеру. Ставь лайк и смотри свои самые топовые комментарии. Пока! Что этот хитрец притворяется, а на самом деле он живой, ребята. Да что такое, блин? О-о-о, стой, 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 ребята, вы это видите? Это действительно он. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Сегодня, ребята, мы будем покупать на сайте Darknet Спанч Боба Экзео. Я прямо с нетерпением ждала и копила денежки, чтобы заказать на сайте Даркнета этого чудовища. Вы просто не представляете, какой сегодня будет красное, классное видео, поэтому скорее ставим лайки, включаем VPN, ребята, смотрим до конца, потому что в конце этого видео будут ваши комментарии, которые вы оставляете прямо сейчас внизу под этим видео. А также не забывайте подписываться на все мои соцсети, перечислять их не буду. Просто заходите в любую соцсеть, набирайте «Королева Мистики» и подписывайтесь, подписывайтесь и подписывайтесь. Ну что, я надеюсь, что вы готовы. Я готова, друзья, мы заказываем Спанч Боба Экзе с сайта Darknet и будем наблюдать за ним со скрытых камер, которые расставлены не только внутри моей квартиры, но и вокруг моего дома. Друзья, всего 15 камер, представляете? 15 скрытых камер, которые будут ловить Спанч Боба Экзе. И, возможно, нам повезет, и мы сможем увидеть его своими глазами через камеру. Возможно, Спанч Боб Экзе придет прямо сюда, ко мне в квартиру, и нам удастся с ним поговорить. Ладно, друзья, не будем затягивать, и давайте уже включим наши скрытые камеры. Итак, первая камера направлена на детскую площадку, друзья. Видео сейчас у меня 8 апреля, видео я выложу, скорее всего, попозже, поэтому, друзья, не знаю, когда выложу, но снимаю сейчас 8 апреля. Так, площадка у нас пустая, друзья. Кстати говоря, обязательно пишите в комментариях, кого еще заказать, кого вы хотите увидеть на моем канале, друзья. Обязательно пишите и не забывайте подписываться на другие мои каналы, такие как Ясинская Шортс и так далее. Короче, все ссылки найдете в описании под видео, ребята. Вторая камера, она у нас уходит на парковку, то есть там, где стоят машины, но сейчас машин абсолютно нету, потому что, ну, видимо, короче, закрыта парковка, не знаю, что там произошло. Так, давайте третью камеру сразу посмотрим. Это тропинка, которая ведет ко мне домой. Так, четвертая камера, друзья, это у нас мой подъезд. Подъезд и вид на лифт, друзья. Чисто. Пятая камера, просматриваем, это все подъезд. Шестая камера, тоже подъезд. Седьмая, это уже мой этаж в подъезде. Восьмая камера, это вид на мою дверь как раз-таки. И, друзья, девятая камера, это уже ванночка, моя ванна, она здесь за дверью буквально. Десятая камера, туалетчик, там тоже может забежать Спанч Боб и подумать, что, например, в туалете-то она меня и не увидит, а нетушки увижу, потому что даже в толчке у меня стоят камеры. Господи, это просто на самом деле звучит как сумасшествие, но, блин, это так, потому что эти экзи-монстры могут появиться где угодно, даже под кроватью. Кстати говоря, как вам идейка, можно поставить скрытушку прямо под кроватью, будет круто. Ладно, давайте смотрим на 11-й камере. И 11-я камера выходит на эту дверь с той стороны коридора. Итак, 12-я камера, это сам коридор или нет? Нет, 12-я камера, это кухня. Кухня находится там в соседней комнате, друзья. 13-я камера, это детская. 14-я камера, главный коридор.
И 15-я камера. Так, ребят, 15-я камера, это у нас зал. Я думаю, что немножечко нужно как-то неудобно. У меня расположены скрытые камеры. Нужно будет их немножечко переустановить, ребята. Так что пока что я Спанч Боба не увидела. Давайте продолжим смотреть все камеры по очереди. Первая камера. Нет, ничего, пусто. Так, вторую камеру. Вы это видите? Обалдеть! Жесть! Просто вы это видели? Спанч Боб Рэмбо! Это просто чума, ребята! Вы видели? Спанч Боб Рэмбо только что прошел по парковке! Ого, ребята, только знаете ли, вот в чем проблема. Ведь я заказывала Спанч Боба Экзе, а это Спанч Боб Рэмбо. Вы видели, какая у него повязка? Давайте-ка попробуем еще раз просмотреть, что это было. Перемотаем назад, ребята. Просто поглядите, Спанч Боб Рэмбо реально прошел мимо, там по парковке, мимо моей камеры. Что это за звук? Спанч Боб Экзе, это ты? Здесь ничего нет. О, вы это видите? Это реально Спанч Боб. Ёлки-палки, что происходит с камерой, ребята? Просто какая-то жесть. Тихо, тихо, тихо. Ребята, это реально Спанч Боб. Но это игрушка Спанч Боба. Слушайте, а может быть он притворился игрушкой, а на самом деле он настоящий? Жесть! Он исчез! Ребята, походу, этот Спанч Боб просто как-то, я не знаю, блин, исчезает, появляется, оживает. Жесть, ребята, давайте скорее смотреть скрытые камеры дальше. Так, друзья, переключаемся на третью камеру. О май гад, это Спанч Боб Экзе. Он идет по улице, вы видели это? Спанч Боб Экзе, он весь в крови, его глаза черные с красными. Блин, и забыла, зрачками, просто жестяк, ребята. Я не могу поверить, что это действительно в реале происходит. Просто по ночной улице, которая ведет по моему дому, идет Спанч Боб Экзе, реально стрёмный. И он еще как-то странно идет, друзья. Давайте еще раз посмотрим, как он идет, ребята. Это просто потому, что какая-то жесть. Так, сейчас я отмотаю. Ребята, смотрите, он идет как будто какой-то подбитый или как зомби, что ли, я не понимаю. Это просто, просто жесть, друзья. Еще я не понимаю, почему на одной улице идет Спанч Боб Рэмбо, а на абсолютно другой идет Спанч Боб Экзе. Как так? Их что, два Спанч Боба? Разных Спанч Боба, ребята, я просто не представляю. У меня в голове не укладывается. Давайте скорее перейдем на четвертую камеру. О, нет! Вы это видите? Что это? Зеленая маленькая. Это планктон. Ребята, это планктон. Вы видели? Реально, на четвертой камере планктон. И он уже в моем подъезде. Что он делает? Возможно, он что-то замышляет против Спанч Боба, ребята. Жесткач. Давайте скорее промотаем на пятую камеру, ребята. На пятой камере у меня прямо возле лифта стоит кровать Спанч Боба. Это кровать Спанч Боба, ребята. Поглядите. Это реально кровать Спанч Боба стоит прямо в моем подъезде. Вы представляете, это просто аномальщина какая-то. Как они ее туда перетащили? Это просто жестяк какой-то. Я не пойму, в чем подушка. Какая-то подушка. Такое ощущение, что это подушка сделана из Спанч Боба, ребята. Просто жесткач какой-то. Скорее переключаемся на шестую камеру. Мамочки, ребята, это Спанч Боб зомби или пьяный Спанч Боб. Он идет прямо по коридору к моей квартире. Просто вглядитесь в него, он как будто бы шатается. Давайте я сейчас еще раз перемотаю, и вы посмотрите. Это просто какая-то жесткач нереальный. Блин, я даже, у меня слов нет. Посмотрите, он как будто дергается, шатается, что ли. Не пойму, пьяный Спанч Боб Экзе, это нонсенс какой-то, ребята. Просто жесть. Ладно, если он уже идет по этой улице, значит, он скоро подойдет прямо к двери, ребята. Тогда что же это за игрушка была Экзе прямо в моей квартире? Я просто не понимаю, сколько Спанч Бобов вообще здесь у меня в округе и в моей квартире, друзья. Ладно, переключаемся на седьмую камеру. Фуф, ребята, здесь пусто, странно, странно. Восьмая камера как раз на мою дверь.
пусто, ребята. Девятая камера. Давайте поглядим, что у нас на девятой камере. В зале тоже пусто, ребята. Просто странно как-то. Так, десятая камера, ребята. Я что-то снова слышала, друзья. Так, десятая камера. Пусто. Ладно, смотрим дальше. Одиннадцатую камеру, ребят. Одиннадцатая камера тоже... Слушайте, я слышу какой-то звук. Одиннадцатая камера – это детская. Пойдемте глянем. Вы просто послушайте. Слушайте, это голос Спанч Боба. Спанч Боб? Ребят, опять что-то происходит с камерой. Вы просто поглядите на это чудовище. Спанч Боб, игрушка, Экзе, проклятая игрушка, сидит прямо на кровати у Алисы. Рядом с плюшевым слоником, с которым спит моя дочь Алиса. Спанч Боб, слушайте, мне кажется, что этот хитрец притворяется, а на самом деле он живой, ребята. Да что такое, блин? Он опять куда-то убежал. Жесть, ребята. Мне все это совсем не нравится. Ребята, давайте посмотрим оставшиеся 4 камеры. Всего у нас 15 камер. И теперь 12-я камера у нас пустая. Это прямо за дверью. 13-я камера. 13-я камера. Вы это видите? Спанч Боб. В туалете дерется? Это просто какой-то взрыв мозга. Спанч Боб в туалете. Спанч Боб Рэмбо на площадке. И Спанч Боб Экзе где-то рядом ходит. Три Спанч Боба. Просто это нереально, ребята. Три Спанч Боба разных, абсолютно разных. В ванне его нет. Итак, 15-я камера. Ну, ты здесь? Нет, на кухне его тоже нет, ребята. Нам нужно проверить. Если Спанч Боб уже в туалете, значит, он по-любому в моей квартире. И деваться ему некуда. Прямо сейчас мы попробуем с вами словить Спанч Боба и увидеть его своими глазами. Так что смотри до конца. Прямо сейчас ты увидишь на своих экранах Спанч Боба Экзе в реальной жизни у меня дома. И мы засняли его на скрытые камеры. Гляди! О-о-о, стой, ребята, вы это видите? Это действительно он! Просто невозможно в это поверить! Стой! Что случилось? Что с ним произошло? Вы это видите? Ребята, я думаю, пора закругляться. Я надеюсь, что этот видос вам понравился, а теперь ваши самые топовые комментарии. Ловите! Нет! У нас нет сигнала, ребята, у нас пропал сигнал. What the fuck? Что это, ребята? Всем привет, ребята, и с вами Королева Мистики, и вы знаете, кто это такой. Правильно, это Хаги Ваги из популярной игры Poppy Playtime. Сегодня на сайте Darknet, ребята, я заказала мамочка длинные ноги, и как вы уже видите по заднему фону, я нахожусь в своем загородном доме, где, кстати говоря, неподалеку происходят очень странные дела. Поверьте мне, там сборище какое-то, я не знаю, то ли шабаш, то ли ведьм, то ли монстров, и каждый раз, приходя туда, я замечаю там странных, я не знаю, маньяков, монстров, духов. Пока я не в силах это объяснить, но я разбираюсь. Эти видео уже 3 части вышло, вы можете посмотреть на моем канале во вкладке видео, друзья. Ну а сегодня, так как я нахожусь здесь, скрытые камеры остались в моей квартире, и я, заказав на сайте Darknet мамочка длинные ноги, прямо сейчас проверю, что же творится внутри моей квартиры, пока я со своими детьми там отсутствую, друзья. Также напишите в комментариях, участвуете ли вы в играх Poppy Playtime, в первую и вторую часть, прошли вы ее, любите, и какие вообще хоррор-игры вам нравятся, потому что мы с моей дочкой Алисой на канале Алиса Семья проходим разные игры, снимаем прохождение Roblox, Minecraft и Granny, и всяких других хоррор-игр. Кстати говоря, скоро этот канал, пока он сыроват, мы будем его более-менее насыщать разными роликами с обзорами на ваши любимые популярные игры. Так что, друзья, подписывайтесь обязательно, набирайте Алиса Семья, или ссылка в описании будет внизу под этим видео. И на все мои соцсети подписывайтесь по хэштегу
хэштегу «Королева мистики». Вы меня найдете на всех соцсетях: Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм и так далее. Короче, ищите, ребята. Если не хотите искать, спускайтесь в описании, жмите на ссылки и переходите, подписывайтесь, регистрируйтесь в новых соцсетях, которых сейчас ох-ох-ох, очень много развелось. Ну а мы с вами переходим смотреть на скрытые камеры, которые я установила вокруг своей квартиры, а также внутри своей квартиры, друзья. И начнем мы, пожалуй, с первой камеры. Итак, ребята, сразу мы видим просто какую-то жесть. Здесь находится просто эта самая игрушка, она называется, наверное, Поппи. Вот эта девочка Поппи, но это не та Поппи Плей, как она называется, это игрушка, девочка. Напишите в комментариях, может быть, я неправильно ее говорю. Но это она, действительно, посмотрите, какая-то странная. Она похожа то ли на клоуна, то ли на робота. Непонятно вообще, что с ней произошло и почему этот робот находится по дороге в мой дом. Ребята, давайте же посмотрим, что у нас происходит на вторых камерах. Но у нас нет сигнала, ребята, у нас пропал сигнал. What the fuck, что это, ребята? Это мамочка длинные ноги ползет прямо на камеру, и она ее сломала. Она то ли ее испортила, то ли сожрала. Офигеть, ребята, я переключилась на третью камеру, потому что мы здесь наблюдаем вот эти руки, которыми, собственно, главный герой и играет в этой игре Poppy Playtime. Ребята, они лежат прямо на детской площадке возле моего дома. Это просто жесть. А вы видели, как мамочка длинные ноги ползла прямо на камеру? То есть она идет ко мне домой, так как я ее заказала. И это логично, логично, логично. Вот Хаги-Ваги меня тоже поддерживает, ребята. У кого, кстати, есть точно такая же игрушка, ставьте лайк под этим видео и ставьте плюс в комментариях. Так я буду знать, что мы с вами вместе. Кстати говоря, видите, у меня необычный Хаги-Ваги. Он у меня без одной ноги. И, кстати говоря, где-то у меня также находилась здесь Кисси-Мисси. Но, к сожалению, она, видимо, исчезла, пошла погулять. Не знаю, короче, у кого есть Кисси-Мисси, тоже пишите. А, кстати, есть еще радужный... Я не знаю, эта игрушка тоже, кстати, была заказана на сайте Darknet, и постепенно она разваливается, и мне кажется, что внутри ее что-то есть. Если хотите, я обязательно разрежу Хаги-Ваги, как только это видео наберет 1000 лайков, я знаю, что вы сможете, и мы посмотрим, что же внутри этой проклятой игрушки. Интересно очень сильно. А мы переходим к просмотру дальше моих скрытых камер. Что же у нас происходит на другой, на четвертой камере? Так. Воу, поглядите, это самая девочка Poppy Playtime. Ее красные волосики, ее голубенькое нежное платье. Только посмотрите, какая же она милашка. Ребята, она действительно очень мило выглядит. Это очень-очень забавная и милая девочка. Но почему-то она стоит прямо на парковке в 3 часа ночи возле моего дома. Ребята, просто какая-то... непонятная вещь. Я заказала мамочку длинные ноги, а я, кажется, прямо сейчас поняла, ребята, скорее всего, мамочка длинные ноги охотится за этой маленькой игрушкой-девочкой. И что, и как будут развиваться события? Неужели между ними будет какая-то схватка или эпичная драка? Блин, я не знаю, возможно, все, ребята, давайте посмотрим, что же происходит на пятой камере. О, нет! Опять нет сигнала, опять какие-то помехи. Пятая камера, это камера в моем подъезде, и она, к сожалению, пуста, ничего. Шестой камере мамочка длинные ноги, она уже в подъезде. Ребята, как она смогла проскочить вот через мои предыдущие камеры? Как мы ее не заметили? Видимо, она, может быть, перемещается как-то по воздуху, возможно. Я не знаю, пишите свои, предположения в комментариях, как передвигается мамочка. Ведь она же, скорее всего, похожа как бы на паука. У нее руки и ноги могут растягиваться до невероятной величины. А, возможно, она даже может становиться незаметной, в какой-то момент даже прозрачной. Я не знаю, ребята, давайте смотреть дальше, почему она тут застыла. Как будто она как паук выжидает свою жертву, и, скорее всего, ее жертвой будет та самая девочка, хрупкая маленькая девочка. Кстати говоря, у этой девочки прическа чем-то напоминает мне мою. Вам так не кажется? О, ребята, напишите обязательно в комментариях, похожи ли у нас прически и нравится ли вам делать волнистые волосы, или вы больше любите их прямые. Ладно, переключаемся на седьмую камеру. И на седьмой у нас камере что, ребята, смотрим. Нет, она здесь, эта милашка здесь. Poppy Playtime прямо на седьмой камере стоит возле лифта. Я не знаю, зачем они направляются. Скорее всего, направляются ко мне в квартиру. И они направляются туда вдвоем. И Poppy Play, и мамочка длинные ноги. Неужели между ними какие-то догонялки? Я не знаю, потому что Poppy постоянно быстрее мамочки
палочки длинные ноги, и первейст, ну, появляется в тех местах, которые наиболее близки к моей квартире. Маленькая девочка, неужели ее паук сожрет? Опять сломалась камера, ребят, это что-то невероятное, происходит какая-то мистика, но у входа моей двери передела Поппи Playtime робот. Это Поппи, которая, а просто она какая-то огромная, ребята, нереально, просто под потолок, посмотрите ее размеры, и это действительно робот, и да, довольно-таки страшный робот, ребята, если так, в такого играть, то можно и... отделаться, скажем так. Но, блин, это просто какая-то жесть. Ладно, давайте переключаемся на девятую камеру. Посмотрим, что это. Девятая камера — это детская комната Алисы и Димы. Здесь ничего нет. Подождите, а вы видели там что-то синее? Типа игрушки, хаги-ваги. Возможно, среди игрушек там есть игрушки хаги-ваги, которые действительно есть в игре, ребят. Но камера сломана. Вот я переключаюсь снова, шипение на 10-й камере. Но все наладилось, и в туалете никого нет. Это просто кухня. 11-я камера тоже пусто. Никого и ничего нет. Может быть, они не добрались. Нет. В зале на 12-й камере стоит эта маленькая девочка. Она все-таки добралась. Как они попадают в мою квартиру, неизвестно, ведь все замки заперты. Возможно, у них есть какие-то волшебные ключи, при помощи которых они могут зайти в любой дом, даже ваш, ребята. Кстати говоря, хотели бы вы увидеть у себя дома кого-нибудь из игры Poppy Playtime. Интересно мне послушать. Итак, ребята, что же у нас еще дальше? Блин, стоит и не двигается. Но она реально такая милашка и няшка. Друзья, согласитесь, она очень-очень-очень милая. Ну, похожа на какую-то принцессу, что ли, я не знаю. Ну, клевенькая, очень клевенькая. На 13-й камере. 13-я камера — это... маленький коридор. Переключаем на 14-ю камеру. Большой коридор, к сожалению, никого, ничего нет. Мне очень жаль. Нет, ну, скорее, с другой стороны, опять же, поломанные камеры. Мне нравится то, что никто не съел эту маленькую девочку. И мамочка длинные ноги так и не добрала. Нет, только нет, ребята, просто посмотрите, что сейчас происходит на скрытых камерах. Мой робот заснимает просто, как огромная мамочка длинные ноги находится в моем коридоре. Реально, просто до нее можно дотронуться рукой. Она нереально огромная и лезет прямо в камеру. Посмотрите, она еле-еле помещается в моем коридоре. Мамочка длинные ноги пришла в квартиру. Что произошло дальше, неизвестно, потому что камеры все отключились и сломались. А с вами была Королева Мистики. Напишите в комментариях, кого следующего заказать на сайте Darknet и посмотреть на скрытых камерах. Всем пока! На камеру, что он хочет мне сказать, ребята? Всем привет, ребята! Меня зовут Королева Мистики, и вы на канале Ирина Ясинская. Ребяточки, сегодня просто будет очень крутой видос, потому что, как вы знаете, по предыдущему короткому видео, которое вышло на моем канале, ко мне домой приходил сам Фредди из FNAF 9 Security Breach, ребята. Да, и он сказал, что мне угрожает какая-то опасность не только мне, но и ему. Поэтому я снова посмотрела скрытые камеры, на которых я обнаружила что-то невероятное, ребята. Я увидела на этих камерах хаги-ваги, и сегодня я решила это заснять. Мне кажется, что хаги-ваги где-то бродят поблизости, рядом с моим домом, и вместе с вами мы сейчас запустим все скрытые камеры, которые установлены и в моем доме, и в подъезде, и вокруг моего дома, то есть на улице, в разных переулках и так далее. Ребята, давайте прямо сейчас запустим скрытые камеры и посмотрим, здесь ли хаги-ваги до сих пор еще или нет. Посмотрим. Так, ребята, я запускаю скрытые камеры. Так, отлично. Это наш переулок. Сейчас время 3 часа ночи, 3:25. Это площадка, детская площадка возле моего дома. Камера 2. Камера 3 направлена на парковку, где стоят автомобили, ребята. Это просто жесть. Пока я никого не вижу. Камера 4. Это просто оригинальная камера с крыши дома, которая направлена на весь двор. И сейчас мы видим рядом это кафешка, магазин такой отдел. Рядом здесь тоже установлена камера. Я попросила сведения, чтобы мне предоставили с этих скрытых камер. То есть это даже не мои скрытые камеры. И эта камера тоже, которая установлена рядом с моим подъездом. То есть вход непосредственно в подъезд, ребята, рядом с моим домом. Я взяла все сведения с этих камер. Вот прям прямая камера прямо на вход в мой подъезд, ребята. Подъезд номер 3, моя квартира номер
Так, ладно, не буду говорить. Это непосредственно седьмая камера. И время уже 3:59. Ребята, это камера на, ну, вход в лифт, холл. Как это называется? Коридор, что ли? Что-то, ну, что-то наподобие. А это сам уже подъезд, ребята. Вообще, короче, на восьмой камере подъезд какой-то разрушенный. Я не поняла, в чем проблема. Почему он такой разрушенный, ребята? Это просто жесть. Это камера на лифт. Жесть. Ну, короче говоря, пока я ничего не вижу, ребята. Хаги-ваги нет на этих камерах. Это камера номер 9, ребята. Но на ней нет хаги-ваги. Это камера непосредственно входа в мою дверь. Вот деревянная дверь, она моя, ребята. И, ну, как бы хаги-ваги здесь нет. Я не знаю, радоваться этому или нет. Заодно хаги-ваги. Это уже моя комната. Это коридор, который находится за этой дверью. Сзади этой двери. В общем, вот рядом дверь, которая вот эта коричневая. Это вот эта дверь, которая входит сюда. Но, слава богу, дома никого нет. Вот сейчас показывается как раз вот эта дверь, ребят. Вот эта вот, которая стоит. Вот за этой дверью, грубо говоря, я сижу и снимаю. Просто это ради моей безопасности. Я установила тут скрытую камеру, потому что если вдруг... Хаги-ваги, ребята! Я не понимаю, что он какой-то глючный, он ходит на месте. Он и на детской площадке, ребята! Хаги-ваги на детской площадке! Это... Что это на парковке? Кровавая надпись «Help!» Ребята, с английского это переводится как «Помоги!» Хаги-ваги ходят по моему двору, но он, по-моему, ходит как будто бы на месте. Как будто бы он сломанный. Кто его сломал, ребята? На пятой камере ничего нет, абсолютно пусто, ребята. Блин, что такое? Может быть, Хаги-Ваги дружит вместе с Фредди? Почему он сломанный? На шестой камере тоже ничего нет. Почему он как будто зависший ходит? Может быть, Хаги-Ваги тоже аниматроник какой-нибудь? Я не знаю, ребята, в подъезде тоже нет Хаги-Ваги. Это просто жесть какая-то. Он гуляет вокруг моего дома, но он боится подойти к подъезду, ребята. Интересно, его нигде нет. То есть он, значит, не зашел. Не знаю, ребята, как вы думаете, Хаги-Ваги тоже аниматроник? А пока вы пишете комментарий, не забывайте то, что ваши комментарии попадают в конец моего видео. Обязательно самые лучшие 10 комментариев попадут в конец моего видео. Когда вы досмотрите это видео до конца, они там будут, ребята. Но сейчас на восьмой камере тоже пусто. Это говорит о том, что Хаги-Ваги так и не смог добраться ко мне домой. А я бы очень хотела спросить у него, что он хочет и почему он ходит рядом с моим домом. И как это связано с аниматрониками с FNAF 9, Security Breach, как это связано с Фредди. Потому что, как я знаю по истории, Фредди тоже поломался. Но, как вы видите, не смог Хаги-Ваги до меня дойти. Я не знаю, может быть, стоит тогда на улицу к нему выйти и как-то найти его, что ли, самой для того, чтобы поговорить. Как думаете, ребята? Напишите в комментариях. Черт, ребята, Хаги-Ваги прямо за моей дверью. Он за моей дверью, он что-то показывает на камеру. Что он хочет мне сказать, ребята? Это просто жесть, вы видите? Давайте-ка посмотрим, он здесь. У нас есть возможность с ним поговорить, ребята. Сейчас мы его увидим.